Доброе утро. Спасибо, что вы пришли на эту пятничную проповедь. А если когда пишешь что-то в Фейсбуке, что-то особенное, и потом смотришь лайки, думаешь, наверное, эти люди по-настоящему любят тебя. Те, кто пришел сегодня утром, наверное, действительно интересуются темой наследия. Когда говоришь «наследие», то представляешь себе классную руководительницу в буклях или вот творческое наследие. И встают образы классиков русской литературы, бородатых. Один другого бородатей. Или вот мы, наше поколение, желаем знать, в чьи руки попадет построенное нами здание. Так вот, забудьте. Когда Рейган приезжал в Москву в 88 году и был на приеме в ЦДЛ, к нему подскочил уже после всех выступлений, какой-то литературный чин и, млея от близости к высшему мировому руководству, ехидно спросил, товарищ Рейган, а вот как же вы называли нас империей зла, а теперь вы так у нас гуляете, вот как это все? А Рейган, он из Голливуда, из Лас-Вегаса, его так не возьмешь. Он подошел к нему и сказал, империя зла, да? А вы знаете, я забыл об этом. И вы забудьте. Так вот, забудьте про то, что наследие – это что-то скучное. Потому что наследие – это главное. Я бы не сравнивал его со структурой ДНК, поскольку она мало меняется. Это скорее какая-то праворучная аминокислота. Это то, что мы получаем, и то, что мы отдаем в результате. В том же «Курьере», откуда была цитата героя Басилашвили, главный герой цитировал Пушкина. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа». Это вольный перевод 30-й оды Горация, который породила целый жанр. Эту оду, стихотворение Пушкина называется «Памятник», и 30-й оду Горацио кто только не переводил в русской традиции, Ломоносов, Державин, были переложения. Самое смешное, из станов всех бойцы и люди разных вкусов в каморке бедняка и во дворце царя, ликуя, назовут меня Валерий Брюсов, о друге с дружбой говоря. Что важно? В памятнике каждый поэт, каждый автор описывал свои достижения, то, что он оставляет потомкам. И достижения эти были по большей части творческие. Это вообще очень романтическая концепция. Романтики придумали много чего – национализм, историю и вообще саму идею творчества. Творчество превыше всего. То, что останется после нас – это наши произведения, художественные произведения. Даже было такое поветрие среди немецких и английских романтиков специально заражаться туберкулезом, потому что считалось, что после этого ты надежно умрешь через полгода, но зато эти полгода будешь писать как подорванный и создавать какие-то прекрасные творения. А что еще нужно? Что такое жизнь против совершенного сонета? Эта романтическая концепция до сих пор где-то работает. Скажем, когда Кубрик предложил Тому Крузу и Николь Кидман сняться в фильме «Широко закрытые глаза», они тут же согласились. Я уверен, что им заплатили меньше, чем обычно. Съемки длились много месяцев, но они понимали, что «Топ Ган», конечно, прекрасный фильм, да, но что останется после Тома Круза? Да? Фильм Кубрика останется точно. Так вот, эта концепция романтическая, но мы живем в постромантическое время. И поменялась идея памятников. Помните Бродского, одно из самых известных стихотворений?
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку и обедал черт знает с кем во фраке. А, да, вы видите, да? Это стихотворение, его можно не цитировать. Здесь перечисляются его главные достижения. И как вы видите, здесь нет упоминания достижений творческих. Да? Как про Оскара Уайльда кто-то сказал, что главным его произведением была его собственная жизнь, возможно, так сказал сам Оскар Уайльд, так и здесь поменялось отношение. Тут в связи с этим можно процитировать, ну вот, «Бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город». Есть ремейк этого стихотворения, его написал Всеволод Емелин. Да, я думаю, что вы тоже его когда-нибудь прочтете. Так вот, в чем смысл? Главное не творчество, а главное жизнь. Главное достижение – это то, что происходит с человеком. Вообще, мы не можем знать, что останется, что перейдет в наследие. Композитор Бородин считал себя химиком. Да? Или, например, актер Джордж Рафт снимался с 20-х годов, а последняя роль его 80-го года. Но останется он в народной памяти благодаря одной роли – мафиозного босса по кличке Гетро Коломбо из «В джазе только девушки». Да, всю жизнь человек снимался, работал, останется что-то маленькое. Например, чем гордился Достоевский больше всего в жизни, знаете? Что он считал своим главным достижением, наследием? То, что в молодости он придумал глагол «стушеваться». Даже не единолично, а в составе группы товарищей. После того, как Павла I убили табакеркой и шарфом задушили в инженерном замке, ну, вот, знаете, да? Там никто не хотел жить. И в 19-м году его отдали, он стал инженерным, его отдали молодым инженерам, в числе которых был Достоевский, и они часто чертили, потом растушевывали, и так получилось это переносное значение. Так вот, Достоевский считал, что привнести новое слово в русский язык – это вообще величайшее достижение, и этим гордился. Но мы будем его помнить, наверное, все-таки не из-за этого. Да. Кундера писал о мусоре времени, да, обрывки джинглов, какие-то обрывки журнала Life или Time, то, из чего состоит Zeitgeist, там, дух времени. Да? И многие люди очень хотят в него попасть. Другое дело, что никогда не знаешь, как туда попадешь. Люди творческих профессий еще могут рассчитывать на то, что останется в качестве наследия то, что они делают. Людям не творческих профессий сложнее, и отсюда этот синдром селфи, желание быть знаменитым только ради того, чтобы быть знаменитым. К этому надо относиться с пониманием и терпением, потому что это борьба со смертью, да, это мечта о бессмертии. Вот вы замечали, что когда берут интервью где-нибудь, телевизионное интервью, всегда в кадре еще есть какие-то люди. Да, они вот они тянутся, они стоят серьезным видом или улыбаются. Интересна судьба этих людей. Да? Какое-нибудь классическое интервью, Битлз возвращается из Индии, Брайан Эпштейн умер, у них берут интервью, и вот на заднем плане некий человек. И этот человек вошел в историю, потому что очень многие люди будут это пересматривать и будут его видеть. Какова его судьба? Какая разница? С другой стороны, я все кружу, а сейчас выйду на выводы. Энди Уорхол довольно хорошо понимал механизмы современного общества. И почитайте, я сегодня рекомендую его книжку, желательно в оригинале. Энди Уорхол... Философия Энди Уорхола от А до Б и обратно, я бы так перевел. Так вот, ему каждый месяц присылали какие-то приглашения, каталоги, фотографии, письма.
Он-то все собирал, раз в месяц упаковывал, ну, писал декабрь 69-го. И делал из этого так называемые капсулы времени. Это шаг, это такое современное искусство, сериальное, как Уорхол это и любил. Но не то чтобы солнце стало светить ярче от таких произведений. Это интересно исследователям. Это попытка создать шум времени, мусор времени. Но шум и мусор времени создаются независимо от нас. Мы сейчас это не можем никак контролировать, все эти информационные потоки. Поэтому тут я уже подхожу к выводам. Что станет нашим наследием, мы не знаем. И надо, это очень хорошо знают девушки, выходящие с утра в булочную и красящиеся на всякий случай. Надо всегда вести себя так, как будто вас фотографируют. И надо всегда писать так, как будто вас будут читать. Самый простой пример. Вы пишете что-то в социальной сети, возможно, поздно вечером, возможно, под воздействием. Перечитайте, отредактируйте. Вы никогда не знаете, что останется от вас, что будет вашим наследием. Вы можете думать про одно, а наследием окажется другое. Всегда ведите себя так, как будто за вами следят. В хорошем смысле слова. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и раз мой вопрос, спасибо большое, что дали мне его задать, такой в качестве вывода. Мне очень нравится эта тема, и вообще она настолько безграничная, что, что бы мы сейчас ни сказали, это все равно будет субъективно. Ну, в любом случае, да? Вообще, вот. Что бы мы ни сказали, да. Это будет субъективно. И вот, на мой взгляд, да, вот наследие — это каждый человек в своей какой-то жизни, да, он все равно наследие, потому что все, что бы мы ни делали, даже если мы сделали что-то одно в своей жизни, прожили затворником, мы повлияли на чью-то другую жизнь, и мы что-то после себя оставили. И вот у меня к вам такая просьба, да, хоть вы не любите термины, но все-таки, если бы вот вы сделали свой собственный словарь, да, ну вот в старости делать нечего, хочется что-то вот, словарь, и там такое слово «наследие». И вот кратко, как бы вы все-таки сформулировали, чтобы потом ребенок в школе открыл, прочитал и в трех словах понял суть? Смотрите, есть такое чудесное слово «синекдоха», когда часть равна целому. Когда целое описывается через часть. Ну, филологи это знают, да. Семья – пять ртов, там, не знаю, отряд – 20 штыков. А поэтому слово «наследие» может означать и целое, и часть этого целого. Да? В широком смысле слова «наследие» – все, что остается после кого-то. Да? В более узком смысле «наследие» – то, что остается и стоит нашего внимания. Да, есть вообще наследие и наследие, то, что называется творческое наследие. Да? Ну, сейчас сложно лаконично сформулировать запись в этом словаре, но я думаю, что главное, чтобы было два значения, широкое и узкое. И в широком значении слова наследие есть и будет у всех. Мы все на что-то влияем, мы все включены в некие цепочки, мы все в каких-то отношениях, да, испускаем волны, принимаем. Не бесследно пройдет наша жизнь. А есть второе значение, более узкое. И над этим надо работать каждый день. Вот с этой мыслью я хочу оставить вас сегодня. Работайте каждый день над собой, над своим наследием. Супер!